Добрый день, друзья, с вами канал Куры в Мегаполисе. Меня зовут Эдуард. У меня очередной вывод мух. Смотрите, сколько. Вот только недавно их поборол, и уже опять они здесь повылуплялись, появились. Вообще обхожусь просто липучками. Здесь мне крючки, вешаю липучки. Вот, но вот в этот раз очень много мух, и буду я сегодня использовать агиту. Помажу поверхности не впитывающие. Вот видите, там у цыплят на кормушке. Ну и обычно я вот кормушки обмазываю с этой стороны. Кормушки, клетки, там где не впитывающие, вот эти металлические поверхности, бачок можно с водой обработать, окна пластиковые тоже. Ну, в общем, сейчас я этим займусь, а через пару дней посмотрим, какой будет результат. Друзья, ну вот я обработал поверхности. Кстати, мухи по ним с удовольствием лазят. И, кстати, уже начинают загибаться сразу же. И вот я хотел показать вам. Ну, куры мух подбирают с пола. Они на полу здесь корчатся. Я вот пока обрабатывал, да, уже не вижу. А нет, вот одна тут. Где ты? Где ты? Не вижу я тебя. Глазами вижу, в телефон не вижу. Ну, в общем, уже мухи начинают. А, да, вот по полу начинают. Не видно. Телефон уже начинает падать. Обработал я тут все. И вот эту вот панельку. Здесь окно закрыто линолеумом. Тоже все это обработал. Вот окна, двери. Все, конечно, некрасиво выглядит, но зато есть эффект. Уже неоднократно я применял. Ну вот они даже вот уже видно на глазах. Вот она здесь была и уже мертвая. Вот видите, мертвая. Повесил я ей липучку. Увидите, что будет через 2 дня с этой липучкой. Кстати, надо будет вот этот провод тоже. Смотрите, сколько мух. Ну, через пару дней посмотрим, какой будет эффект. А куры продолжают мух с пола собирать. Друзья, вообще все куры со мной. На улице сейчас 42 градуса. А здесь у нас 35 градусов. Щиток тоже обработал. Вот. Ну, в общем, некоторые птицеводы говорят, что неэффективные средства агита. Кстати, вот смотрите, они уже падают. Те, которые по бачку лазили, вот сюда упали дохленькие. Вот, так что эффект есть. Эффект есть. Вот уже и здесь тоже упали. Поддон. Поддоны тоже помазал. Брусок вот этот внизу крашеный. В общем, друзья, вот они уже погони, видите, корчится. То есть средства достаточно эффективные. Липучка тоже работает по полной программе. Друзья, ну прошло каких-то 3 часа, пришел кормить птицу. Вот так вот липучка выглядит. И вот так вот выглядят уже сетки, на которых мухи друг на друге сидели. Погибшие лежат. Вот. Ну, на полу их не видно. А, кстати, нет, ползают еще. Ползают. Куры клюют их. Можно вот увидеть. Уже практически и нет. К завтрашнему дню, я думаю, их совсем не будет. Вот, а люди говорят, что агита неэффективна. Как видите, эффективна. Ну, я думаю, завтра мы здесь ни одной мухи совсем не увидим. Я вот вам покажу вблизи. Вот одна погибла прямо здесь. Сетку, да, я тут тоже промазал, где смог, с остатками агиты. Ну, в принципе, все нормально, да, Петь? Все прекрасно. Ну, в общем, завтра еще посмотрим, что здесь будет. Друзья, ну, про
прошло еще 12 часов. Сейчас утреннее кормление. Девушки кушают. Ну что хочу сказать. Ну, мух практически нет. Вот сейчас я посчитаю, сколько я их вижу. Вот здесь 4 мухи. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну вот 11. На глазах у меня 11 мух. А были тысячи, наверное, здесь этих паразитов. Извините, с утра еще не распелся голос. Хриплый. Вот, я хотел сказать еще, у меня товарищ есть, Ген. Если у тебя есть интернет, и ты будешь смотреть этот ролик, можешь подтвердить. Так вот, он занимается профессионально морением тараканов, мух, и он говорит, что раз в 7 лет вот бывает такая ситуация, такие набеги мух. И, конечно, нужно устранять источник, где они размножаются. Я думаю, в моем случае это компостная яма. Я вообще решил компостную яму убирать. От нее больше вреда, чем пользы. И мухи там размножаются. Вот, и крысы к тому же тоже любят там. И мышки маленькие зимой. Вообще я вижу, как они там нагреются в тепле. Вот, поэтому думаю, компостная куча мне не нужна. Вот, ну а как видите вы, агита работает. Здесь все чисто. Практически. Ну, конечно, какая-то ротация это будет. В любом случае, лазы-то открыты, и мухи могут спокойно туда-сюда летать. Ну, надеюсь, что долетаются они. Всем удачи, друзья. Всем всего хорошего. До встречи.